Какой-то грустный. Это почему такое? Рисуешь пальцем по пыли, как будто тебе нечем заняться. Что случилось? Мне некогда скучать, но я очень соскучился. Задолго до того, как землетрясения начали разрушать Колизей, грандиозный памятник жестокости и несовершенства рода человеческого. Задолго до того, как Шива укротил буйный нрав Ганги, создав одну из множества легенд вселенной индуистских сказаний, и очень задолго до того, как мартовский заяц сел пить чай, на берегах великой реки Нил в далекой Африке богиня веселья и любви, женской красоты, плодородия, домашнего уюта и кошек задумалась, глядя на огонь очага. Богиню называли Баст или Бастет, и изображали в образе женского тела с кошачьей головой или просто в образе кошки. Она думала о счастье и справедливости, о радости и удовольствии. Вдруг прилетела бабочка и принялась кружиться вокруг огня. Ты же сгоришь, если будешь приближаться к огню так близко, воскликнула Баст. Но бабочка кружилась и кружилась вокруг огня. Тогда Бастет призвала бога погибающей и возрождающейся природы гор, который явился в образе стеклянной жабы. Почему бабочка так стремится к огню? Она так беззащитна. Языки пламени угрожают бабочке гибелью, а она упрямо подлетает все ближе и ближе. Почему? Спросила Баст Гор. Гор, явившийся в образе стеклянной жабы, долго думал и молчал. Огонь! Заговорил он наконец. Стал символом превращения человека из животного в собственного человека. Наряду с возможностью выражать свои мысли при помощи слов, использовать различные предметы, например, палки и камни в качестве орудий, изготовление необходимых человеку вещей, умение использовать огонь окончательно выделило человека в особое, уникальное явление. Хотя очень многое изменилось в жизни человека с тех пор, как иглой, сделанной из кости убитого на охоте животного, соединял шкуры и получалась одежда,
Но огонь по-прежнему необходим человеку. Теперь человек по-разному использует огонь, и способов этого использования великое множество. Человек познал и изучил многое об окружающей его действительности. Однако современные научные знания в полной мере не могут объяснить явление полета насекомых на свет. И единой теории до сих пор не существует. А я, Ваня, очень соскучился и очень тебя люблю. Спасибо.